А когда это видео наберет 50 лайков, я выпущу следующее видео. Всем привет! Вы на канале Мама и я. И сегодня мы играем в симулятор качка 3. Погнали! Так, сегодня я буду тренировать своего ученика. Привет, привет! Что? А? Где он? Кто знает. Ну, тогда будут дерзких троллить. Так, ты не тот. Ты что, не знаешь как? За что? Я его просто хотел научить на беговой дорожке. А, бегать, а ты... Ох, ну тебе это просто так не будет. Ну, конечно. Если бы я был со своими дедрастающими, я его вырубил на изи. Так, давайте я научу на дорожке бегать. Смотри, идем и вот так вот бежим. Давай, ну беги. Ну, давай, беги. О, тебя всему надо учить. На тебе. Ох ты, в зону квак. Ну, ладно, и сиди в своей зоне. Бессмертие. Все равно ты оттуда никогда не выберешься. А! Ты мне почти. Ну все, ты из нее скоро выберешься. Я ваю даже таких уже качков. Я уже не такой слабак. Ну, понятно. Понятно. Так, давайте его вырубим. Так, ну бег, ты ничего не делаешь. Так, нет, я считаю, мы неправильно делаем немного. Спасибо! Если бы не ты, я бы на дерево не встал. За что, ребята? Это какой-то проклятый сервер. Тут невозможно. Но хотя я знаю. Подождите, я знаю один читерский рецепт. Да, вот, ребят, сейчас я вам покажу, как можно любого качка видеть. То есть, как всем дать ответку. Смотрите и слушайте внимательно. Сначала мы ищем нычку какую-нибудь, вот такую, например. И там прокачиваемся. Когда к нам подходит сосед, мы сразу включаем пинок и качаемся. И он отлетает. И так всегда. И получается едем. И мы так сможем его отвлекать. Давайте же так и попробуем. Сейчас мы попробуем. Я все вам рассказала. Я думаю, вот отсюда хотя бы. Так, давай, это такой, значит, ой-ой-ой. Тут делаем тихонечко бак. Едем, и так и себе прокачиваемся, ха-ха. Ты нас не достанешь, ты нас не достанешь. Главное контролировать это, и все будет нормально. Вот такие вот прокачивайтесь. Вот такой вот есть первый способ. А есть еще второй. Вот о нем я его тоже вам расскажу. Так, если не ошибаюсь, он будет работать. Только для этого мне нужен какой-то друг. Хотя давайте это попробуем. Вот. Найти в белом портале вот такую вот нычку. Но, смотрите... Смотрите, какой способ есть. Я сейчас увеличиваюсь на свой максимальный размер. И вы думаете,
И что я делать буду? Посмотрите, сейчас сами все узнаете. Буду искать какую-то... Вот. Штангу. Так, я знаю, у нас тут была штанга. А, вот. Тут. Вот только, ребят, где наша штанга? Вы спросите, скорее всего. Ну, нам, в принципе, любая подойдет. Что-то я выбираю. Так, в принципе, да, любая. Так, что у нас? Что у нас тут по штангам? Главное штангу сейчас найти какую-нибудь. И все будет нормально. Так. Найдем. Да где эти штанги, ребята? Они при... А, вот. Садимся. И вы думаете, это все? Да нет. Потом уменьшаем размер в ноль. И если вы супер большие, вы где-то тут будете. Вот такой баг. Да. Вот так вот это как-то все получается. Но только это лучший способ, я считаю. Давайте накачаем, да. 6000. Ну, как-то вот так вот. Сегодня я вам показывал два способа, как выжить. Хотя это было не в моих планах. Это было, в моих планах было учить моего ученика. Ну да ладно, я думаю, и вам такой способ был полезный. Ну а кому понравился эта помогалка, ставьте лайкос. А с вами до свидос, ребятос. А с вами был мама и я Тос.